Этот цвет, персиковое облачко, кажется мне чем-то странным и малопонятным. Но ведь это не повод отказываться. Каждый год Институт цвета Pantone предлагает нам новый генеральный цвет года, на который будут ориентироваться модные бренды всего мира. И, соответственно, этот цвет попадет и в наш гардероб тоже. 24-й – это цвет Peach Fuzz, персиковый пух. На этом, так мне и хочется сказать, все его достоинства, кроме красивого названия, заканчиваются. Но это на самом деле не так. В своем заявлении Pantone уверяет нас, что это цвет, который настраивает на доброту и нежность, на взаимовыручку и сотрудничество. Я немного разочарована, признаюсь вам. Не потому, что я против любви, заботы и нежности. Я люблю взаимовыручку и сотрудничество. Однако после прошлогоднего цвета, страстного, витального Viva Magenta, этот цвет, персиковое облачко, кажется мне чем-то странным и малопонятным. Но ведь это не повод отказываться. Напротив, это новая возможность посмотреть по-другому на этот оттенок и придумать новые интересные сочетания, чем мы с вами сегодня и займемся. Итак, как мы носим цвет года, персиковый пух, для того, чтобы он подчеркивал нашу внешность, красоту нашей внешности и, конечно же, поднимал настроение. Начнем с того, как делать не нужно. Не нужно закутываться в него с ног до головы. Этот оттенок достаточно сложный, и мало какой колорит внешности он украшает. А вот подчеркнуть неровность кожи, ее бледность, погасить блеск глаз очень даже просто. И вот с этим нужно уже поработать. Если все-таки вас не оставляет идея закутаться в него, надеть платье прямо в пол и поиграть в подружку невесты, тогда стоит присмотреться к правильным фактурам и, конечно, выбрать правильный крой изделия. Бюджетные матовые ткани, те, которые поглощают свет, и лаконичная простота – не лучшая история для этого цвета. Такой подход не раскроет красоту оттенка. А вот сложное декоративное решение на поблескивающих, глянцевых, шелковистых материалах – это будет ровно то, что нужно. Именно в таком подходе этот цвет раскрывается во всей красоте и полноте. И женственный, очень многообещающий образ у вас получится даже с помощью одного лишь платья. Но если все-таки мы уже понимаем, что соло-вариант в этом цвете не вариант, то как дуэтная партия персиковый пух будет просто великолепен. С какими цветами мы будем его сочетать, чтобы наиболее выигрышно его подать? Классика нас никогда не подведет классика. Запоминайте, все оттенки голубого и синего, именно сочетание с желто-розово-оранжевым тоном, а именно это и есть составляющая персикового пуха, будет смотреться сложно и интересно, задаст образу нужную динамику. А вот если вы попробуете поработать с оттенками зеленого, начиная с нежного яблочного и заканчивая глубокой хвоей, то здесь уже сочетание вашего образа будет про уют и, конечно, отпускное настроение. И, конечно же, не забываем про ультрамодный Барби Колор. Достаем все вещи насыщенно розового цвета из летнего гардероба и миксуем его с нежно-розово-желтым. Получится очень интересный, сложный и, конечно же, актуальный образ. Если все-таки я вас не уговорила на одежду именно этого оттенка, а модных бликов вам все-таки по-прежнему хочется, то я предлагаю посмотреть в сторону аксессуаров или косметики. Блеск для губ, румяна, шейный платок, а может быть, серьги с цветными камнями. Сочные оттенки освежат любой повседневный лук даже в небольшом количестве. Вот, собственно, и все, что нужно знать про новый цвет года. Пробуйте, ищите свои сочетания и создавайте образы легкие, свежие, яркие и динамичные, как персиковое облачко.